Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Звучит убедительно. И услышав ответ нашего великого президента, мы подумали и решили, что жители Подольска и активные граждане не должны оставаться в стороне. Я подготовила проект обращения от каждого жителя нашего округа нашим депутатам, которых мы избрали буквально вот полгода назад. Зачитываю это обращение. Мы хотим выяснить все-таки всю правду по данной ситуации. Уважаемый депутат, 19.01.2021 года один никому неизвестный берлинский пациент разместил никому неинтересное расследование с названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки» о якобы незаконном строительстве некоего развлекательного центра на земельном участке с кадастровым номером, который указан в обращении. Данный участок находится рядом с селом Просковеевка в Краснодарском крае. Согласно открытым данным Росреестра, этот земельный участок площадью более 670 тысяч квадратных метров находится в частной собственности с 2013 года. Разрешено использование для объектов общественно-делового значения. Категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов. 25.01.2021 наш президент официально заявил, что указанный объект строительства и земельный участок не принадлежат ни ему, ни членам его семьи. Я живу в городе Подольске, в городском округе. Своевременно оплачиваю налоги. Вся общественность нашего округа озабочена тем, что кто-то хочет опорочить кристальную честность нашего любимого руководителя страны и незаконно оформил в свое владение указанный земельный участок в особо охраняемой территории, а также ведет на нем незаконное строительство. Прошу направить депутатский запрос в адрес председателя Следственного комитета, генеральному прокурору Российской Федерации с требованием проведения всесторонней проверки указанных в распространенной информации сведений. Установить лиц, допустивших незаконное оформление данного земельного участка в частную собственность и ведение на этом участке незаконного строительства, а также провести проверку, что владелец уплатил налоги в бюджет Российской Федерации. Поэтому мы, как честные, добропорядочные граждане, хотим знать всю правду. Мы доверяем нашему президенту, мы проголосовали за поправки в Конституцию, наделили его необходимыми полномочиями. А эти либералы, агенты Запада, вот этот иностранный агент, прилетевший, значит, в самолете с деньгами, хочет опорочить, значит, нашего президента. Мы не верим ни одному слову, поэтому просим вас, жители, мы разместим данное обращение под видеороликом. Просим обратиться каждый к своему депутату. Будет ссылочка на, значит, на депутатов, на сайт Совета депутатов. И, пожалуйста, направьте данное обращение. Мы хотим знать всю правду. Поддержите нас.